В очередной четвертой части российского сериала «В чужом краю» Татьяна, пытаясь сблизиться с сыном, устраивает детский праздник на воде, который едва не оборачивается большой трагедией. Жители поселка спасают детей с отвязавшегося плота. В происшествии все обвиняют Татьяну. Сергей вынужден встать на ее защиту. Он жалеет бывшую жену, верит, что она искренне раскаивается. Но Татьяна не хочет больше оставаться в поселке, где ее и так все ненавидят, и возвращается в Москву. Теперь Галина и Сергей снова вместе. Но внезапно в поселок приезжает муж Галины, Виктор, которого все давно считали погибшим. Галина убеждается в том, что Виктор изменял ей. Муж предлагает забыть прежние обиды и начать жизнь с чистого листа, ведь у них дети.